Маргарита. Понеслось. Сегодня у нас понедельник, и завтра опять понедельник. Не то чтобы всех поименно, но этого помню отдельно. Уродец он и народец, но обо мне этот красавчик не мог без него обойтись, полководец гвардейский, победу просравший, не мог без него обойтись, полководец гвардейский, победу просравший. Я, Маргарита, жена мясника, смотрю из окна на деревья, на крыши, на галок, на облака. И кажется мне, старею слегка, наверняка старею. И кажется мне, старею слегка, наверняка старею. Сначала парады гвардейцев, потом официальные лица, не наигравшись в индейцев, скомандуют крови пролиться. Потом поражение либо победы, что тоже причины. Сначала с триумфом прийти инвалидам, потом возвратиться из плена мужчинам. Сначала с триумфом прийти инвалидам, потом возвратиться из плена мужчинам. Но я, Маргарита, жена мясника, смотрю из окна на деревья, на крыши, на галок, на облака. И не то беда, что идут века, а то беда, что старею. И не то беда, что идут века, а то беда, что старею. Но вы там сочиняете невольно, с женой мясника говорите. Вот только не надо о бойне рассказывать мне, Маргарите. Вначале приходят обрывки слухов про весь этот ужас, приходят потом без марок открытки. И нечего прятать от Бога и мужа, приходят потом без марок открытки. И нечего прятать от Бога и мужа. Но я, Маргарита, жена мясника, смотрю на закат, на деревья, на крыши, на галок, на облака. Дочь мясника и жена мясника, да что вы сгорели? Все время старею, старею, пока стою у окна и старею. Спасибо.